Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Давай-ка заберем наградушку здесь. Это раз. Во-вторых, мы заходим сюда и смотрим. Так, тернадон у нас созрел. Помещаем его. Так, смотрим. Еды. Кстати, у нас достаточно еды, может быть. Ага, готов, парнишка. То есть мы можем совместить, прокачать их до 30 уровня, а потом и до 40-го. Но у нас тут еще два карнораптора, как ты видишь, готовы. Ну-ка посмотрим. Смотри, как интересно. То есть, получается, мы сможем карнорапторов тоже прокачать в скором времени до 30 уровня. Слушай, ну это круто. Сколько он требует там за повышение? Так. И вот так. Слушай, ну замечательно, вообще круто. Теперь надо посмотреть, что у нас происходит в инкубаторе. Раджастега, ты будешь у нас готовиться сегодня? Ну... Ай-яй-яй-яй-яй, ну как некрасиво, а? 500. А, была не была. Вы издеваетесь? Вы сейчас... Вот они, знаешь, такое ощущение, что их специально хотят, чтобы я получил себе Раджастегу. Вот и все. Ну, наконец-то у нас, друзья мои, появился Раджастега, и теперь он у нас открыт на постоянной основе. Теперь, сколько он требует еды? Ну, в принципе, не так много. Все. Ну, для того, чтобы, естественно, его начать прокачивать, нам не хватит ДНК. Унезавр, ты готов? Этот, как всегда, в своем репертуаре. Не хочет. Выпендривается, одним словом. Ну вот смотри, даже если я, например, захочу. Где у нас Раджастега? Вот он, да? Скрестить, начать эволюцию. А, смотри-ка, хватает, ребята. Нормуль. Ну что, будет у нас теперь Раджастега 20 уровня. Ну, естественно, мы прокачать его еще должны будем. Ладно, сейчас давай-ка мы начнем с выполнения заданий. Здесь заберем награду, здесь тоже сделка. Так, это самое интересное. Так, очки доверия на баксы. Баксы нам пригодятся, поэтому я поменяю. Что там еще? Запрос какой-то обрабатывается. Только не надо вылетать. А то я знаю, ты можешь. А, очки на хавчик. Очки доверия на... Ой, на хавчик, на деньги. Слушайте, друзья, я сделаю. Я сделаю. Нам просто очень сильно нужна... Подожди, а что я сделал? Я хавчик или деньги поменял? По-моему, я деньги поменял. Ё-про-сете. Совсем попутал. Так, 5 карт на 22 доллара. Это фигня полная. Здесь ДНК на очки доверия. У меня их нет, ДНК просто-напросто. Ладно, давай смотреть, что у нас тут. Выбираем того, кого у нас больше всего. Например, диплодоков у нас 4 штуки. Я вижу капразуха 4. Афиакадона. Будем менять на еду. Ну, а что поделать? Даже 153 тысячи, ребята, это тоже, извините, мне пригодится. Здесь Раджазавр. Кстати, Раджазавра можно уже спокойненько менять, потому что мы Раджастегу вывели. Так, тут уже 312 тысяч. Это уже посолиднее. Так, а что мы, например, если будем... Раджазавр у нас идет... А, суперредки, да? А если, например, вот Тиранотитан, сколько он еды даст? Почему вот мало так, ребят? Там 300, а тут всего лишь 170. Не знаю, почему такая разница. Но немножко хавчика мы с тобой все-таки получили. 824 тысячи. Собрать моды. Ну что ж, давай быстренько по модам пробежимся. Будем менять деньги. Монетки. Поехали. Давай, Блю. Дал бы ты мне пак сразу и все, чтобы... Не тревожить мою душу. Нет, он увеличивает запас УЗ на 15%. Давай дальше. И выпадает нам с тобой общая слабость. Это уже понижение на 15% у вражеских существ здоровья. Ну и теперь, конечно же, редкий мод. Пронзающий укус. То есть, если даже мы заблокируемся, удар от противника, все равно 40% урона ему прилетит.
Так, открыть набор карточек, ПВП и, ну, естественно, у нас нужно еще три битвы сыграть. Ну что, давайте теперь посмотрим, что у нас по событиям. Испытайте свои силы и сдвиг ледников. Мегистатерий. Гарантированно. А на випке у нас что? Только для вип. Опа, опа. Опачки. Легендарки. Так, друзья мои, Эры Титан, Анкилозавр и Паразавр. Слушай, а мне такое ощущение, что мы здесь уже с тобой дрались. Ну что, против Эры Титана я, наверное, возьму Афиокамима. Против Анкилозавра, мне кажется, тут достаточно взять Алангозавра. И против Паразавра... И против Паразавра можно взять Карнораптора. Поехали. Сейчас будем, ребята, я надеюсь... Не слишком громко. Ну что, я, наверное, начну сразу с атаки. Чуть-чуть не добьем, но ничего страшного. Ну давай. Ага, он меняется. Наберет паразавра и бомбит. Ну что же, тогда мы возьмем, наверное, Карнораптора и тоже сделаем атаку. Эй, хорошо, как ему досталось. По щам, прям вот хвостом по щам ему. Ну что ты там загрустил, давай уж что-нибудь делай. Он вернулся к Эре Титану. Это самое глупое, что можно было сделать. Как по мне. Раз, два. Ага. Значит, одну очку действия передал, что ли, получается, Анкилозавру? Нет, ничего он не передавал. Вряд ли ты, парень, нас тут осилишь. Ой, вряд ли. Сколько он потратил? Три атаки, по-моему, три. Так, вырубаем. Ой, какой вырубаем, у меня там здоровье было очень много. Ну, вырубает нас. Алангозавр выходит. Ему достаточно тут, ну сколько? Давай две атаки потратим. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот так вот сделаем. В любом случае ему крышку и, ребят, паразавр. Ну, здесь у него 444 хп. При наших 566 атаках, сам знаешь, да? Выжить нереально. Просто нереально. Но здесь будут очень долго у нас бои, потому что, ребят, 5 этапов здесь происходит. И мы только с тобой один из этапов прошли. Так что нам придется здесь раскошелиться на наших динозавров. Вот что я тебе могу сказать. Преназух, Стегоцератопс и Глитронакс. Ну что я могу сказать, здесь надо будет против Преназуха взять летуна летающий. Здесь может быть Птеранодон даже очень хорошо зайдет. Против Стегоцератопса здесь надо будет, в принципе, может даже зайти Велоцираптор. Может зайти, но я все-таки перестрахуюсь, возьму Таниколагруса. А против Глитронакса... Против Глитронакса можно вполне, ребята, взять и Тропиогоптера. Ну, или на худой конец Диплотатора. Единственное, что вот, хоть он второго уровня, я не могу понять, что он гибрид, какой-то бриллиантовый гибрид или что-то в этом роде. Ну, не хотелось бы мне просто сейчас брать вот супер-пупер элитных своих. Давай, наверное, возьмем Пеликанептерикса. Я думаю, что он все-таки справится с этим Глитронаксом. Вот здесь вот, да, здесь немножко будет похуже. Здесь-то мы атакуем, но он 100% возьмет Велоцератопса. Ой, Трицератопса. А, Стегоцератопс. Ё-моё, ну это вообще уже, ребят. Видишь, он бомбит, атакует. Соответственно, мы что можем сделать? Мы можем поменяться и также ему дать немножко леща. Но никто не забывает про Презануха вот этого. Он его как раз... Нет, он взял Глитронакса. Друзья, он взял Глитронакса. Блин, не хотелось бы мне, конечно, разменить. Давай возьмем Пеликанептерикса. Вот таким вот образом. И... Вот так вот. Я, ребята, просто буду брать дополнительные очки действий.
Он делает атаку. Он 2 очка действия потратил, да? 2 очка действия. То есть сейчас мы можем спокойно его, ну, в принципе, уже расписать. Раз, два, три, четыре, пять. Потому что он 1 очко действия взял, не забываем об этом. Плюс возьму защиту на всякий случай. Здесь вырубаем мы Глиттеранакса. Принозу, скорее всего, поменяется на Трицератопса. Нет, ребят, не стал меняться. Он все-таки атаковал нас сам. Сам лично. Вот здесь уже беда. Раз, два, три. Раз, два, три. И возьму на всякий случай защиту. Потому что у нас сейчас будет такая схватка, да? Хотя, ты знаешь, я могу отсюда выйти победителем. И я уже победитель, потому что... Ну, потому что потому, ребят. Он решил меня атаковать. Думал, что я не возьму защиту, а я взял. И второй поединок у нас с вами проходит просто изумительно. Ну что же, двигаемся дальше. Переходим на третий этап. Димитродон, Метриолонг и Гигакилоцефал. Гигакилоцефал. Значит так, вот здесь уже придется брать. Выводим Диплотатора. Блин, подожди, ну, наверное, я возьму здесь Нундагозавра. Против вот этих двоих сразу же. Против Гиги мы возьмем. Против Гиги возьмем, наверное, Таник. Нет, тут надо брать серьезного бойца. И это... А где Раджа-то? Раджа-то у нас, по-моему, пошел эволюционировать. Ё-моё. Ух, тогда... Придется брать Таникалагриуса и, наверное... Блин, и, наверное, кого еще? Какие у нас еще тут есть хищники более-менее мощные? А никаких. Вот есть. Берем. Все, ребят, вот таким вот макаром. Я не знаю, что из этого получится всего. Надеюсь, что-то хорошее выйдет. Поехали. Этот гибрид у нас, ребята, он 22 уровня. Меняется. Воу-воу-воу-воу. Тихо. Да. Не самый лучший расклад. Копишь, да? Копишь очки действия. Я тебя понял, парень. Я тебя прекрасно, парень, понял. Меняется. Опа. Опачки. Раз, два, три, четыре. Я не знаю, ребят, наверное, 4 будет достаточно. Да. Даже перебор для этого сосунка. Гигакилоцефал вышел. Если он сейчас все вмажет, ребят, нам будет кранты, к сожалению. Ох, ты гляди, выжили. Ёк-макарёк. Спокуха, дядя. Я Дубровский. Давай я вот так вот сделаю и попробую все-таки немножко его приплющить. Хорошо, ты посмотри, 22 хп. В общем, он уже не железо, что бы он тут ни делал. А он, естественно, меняется. Вырубает. Я его понял. Так, дальше мы добиваем этого сосунка. Берем вот так. И Карнораптор, судя по всему, завалит этого Гигакилоцефала. Угу. Скорее всего, так и будет. Ну что, Гига, готов? Конечно, готов. Почти 8000 урона мы нанесли. Прекрасно. Ну что же, продвигаемся потихонечку дальше. Предпоследняя схватка у нас здесь. Пеликактиль. Пеликактиль. 3 летунчика, ребят. Ну, против летунчиков, я думаю, у нас есть, да? Так сказать, защитная оборонка. Апатозавр, Орхозавр и, конечно же, Анкилодок. Хотя мы можем, наверное, даже... Нет, возьмем все-таки Анкилодока. Погнали. С летунами будем жестко поступать. Никакой, как говорится, пощады.
На тебе. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Ну, скорее всего, атаковать. Да. Давай в ответку. Отлично. Так, выходит второй пеликактиль. Он что-то типа... Блин, уничтожит. Уничтожил. Ну-ка проверим, сколько мы там у него отнимем. Нормально. Он что-то типа пеликанептерикса, только какой-то типа, ребят, гибрид. Так скажем. Раз, два, три. И вот так. Гуляй, Вася. Ну и выходит тропиогоптер 35 уровня, вот так вот он будет выглядеть. 368 хп, как ты видишь. Он сливает абсолютно все. И наш... Да, наш достопочтеннейший анкилодок ушатывает тропиогоптера. Вот так вот это, ребят, происходит все. Ну что же, они сами напросились. Мы переходим с тобой на последний бой, где нас ждет спинатозух, индоминус рекс и топиелозавр. И все... Ну что, здесь, наверное, я возьму диплотатора, птеродактиля и эдиоморфодона. Наверное, так сделать надо. Блин, индоминус — это, конечно, жесть. Или же все-таки нам надо брать кого-то из, например, стегоцератопса против топиелозавра. Вот я к чему говорю. Или же апатозавр. Нет, анкилодока можно взять, кстати. Блин, ну как ты дорого стоишь. Ладно, я рискну. Я рискну сделать так. Будь что будет, ребят. Ну что, спинатозух, поехали. Это, конечно, не нундагозавр, но что-нибудь он сможет, надеюсь. Меняется. Ой-ой-ой, топиелозавр берет. Меняемся на эдиоморфодона и берем бонус. Что же ты будешь делать? Атакует. Как ни странно, друзья мои, он сделал все-таки атаку. Раз, два, три, четыре. Должны его вырубить. Угу. Индоминус Рекс выходит, собственно, персона 832 к атаке, ребята. Это серьезная заявка. 832 к атаке. Он знает, что делает. Он, ребята, знает, что делает. Наверное, придется делать слив. Да, мы его уваливаем. Ну что же, а вот и последний спинатозух. Это какой-то гибрид барионикса вместе с кем-то, скорее всего, да? Две атаки потратили. Ну все, 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 он доигрался. Друзья, он доигрался. Я поздравляю нас уже с победой в этом событии. Но траты были колоссальные, ты сам видишь. Всех элитных своих динозавров я потратил на этом поединке. Надеюсь, не зря. Да ты серьезно, что ли? Ну... ребята, это обидно. Обидно то, что нам достался какой-то скафагнат. Понимаешь? Ой, ну разберись-то, пожалуйста. Какой-то несчастный скафагнат нам выпал, которого у меня и так очень много. Так, ну что же у нас тут дальше? Давай посмотрим. Только для обычных. Сдвиг ледников. Поехали на сдвиг ледников. Че нам терять? Значит так, против ледничков мы возьмем с тобой Эриматерия, наверное, здесь возьму. Против Архифициона ну, наверное, нет, Эндрикатерия будет слаб. Так, Келлинг, ну, придется вот так вот, наверное, делать. И против шерстистого носорога, опять же, нам нужен пещерник. Ну, по ногту собрать я не хочу, если честно. Че, Амфициона, что ли, брать? Ну, давай так сделаем.
Что-то мне кажется, что глупостью я сейчас занялся на самом деле. Ну что ж, посмотрим. Угу, мой ход говорит. Ладно. Ты серьезно? Опять мой ход? Что же ты делать собрался, а? Меняется он все-таки. Берет архифициона. Архифициона мы можем с тобой спокойненько забомбить с помощью уртинотериума. Раз, два, три. Этого будет более чем достаточно. Поехали. Да. Эуклодоцер, скорее всего, нас сейчас забомбит, ребят. А, нет, в этом случае не забомбит. В этом случае не забомбит. А вот как-то не смешно, но амфицион сможет, наверное, мне кажется. Нет, не сможет. Смог, смог, ребят, все. Шерстистый носорог, естественно, сейчас. Ну, он вырубит, конечно, мне амфициона. Победит он его. Но дальше. Так, уртинотериум. В принципе, нам. Нет, не хватит. Не хватит. Давай так вот сделаем. И, в принципе, все. Да? Ах ты, жук. Ах ты, жук. Прикрылся все-таки, да? Ну ладно. Ну что, ребят, все. Отвешиваем леща ему хорошего. И пускай идет во свояси. Прекрасно. Все очень даже хорошо. Так, ребят, переходим на второй этап. У нас сейчас будет здесь второй этапчик. Археотерий, Фараракас и опять же Археофицион. То есть против этого мы возьмем шерстистого. Достаточно будет здесь. Против Фараракса, наверное, то же самое пойдет. Ну, можно синтетоцератоса взять даже. А вот против... Здесь, наверное, возьмем Келлинкина или Гасторниса. Наверное, все-таки я возьму Келлинкина. Почему Келлинкин, ребят? Потому что у него, пускай атака не такая сильная, но живучесть. У него живучесть. У него здоровье побольше. Бонусные очки возьмем и пропишем ему нормально, уже по-человечески потом. Тут понятно, классовая слабость, он сейчас будет меняться. Он будет меняться, и здесь нам как раз понадобится наш Келлинкин. Наш Келлинкин. Берем бонус. Он опять идет в обмен. Берет Фараракса своего несчастного. Мы меняемся с тобой на синтетоцерат. Сделаем вот так вот. Будем с тобой брать доп очки. Удивительно. Удивительно, что он ничего не стал делать. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два. Ну все, готов, парнишка. До свидания. Так, археофицион. 6 очков действий. Мощно. Сколько будешь тратить? 4? 4. Ну что, заклевываем его тогда, да, получается? 4, 2 он оставлял. То есть мы берем больше 2. Раз, 2. 3, 4. Goodbye, goodbye. И... Археотерий, у которого 420 хп. Давай посмотрим. Вот и все. Вот, ребята, и крышка этому археотерию. Поехали. На тебе. Молодец, носорожек, молодец. Прописал выражение леща. Ну что же, и у нас последний здесь этапчик. Амфицион. Блин, амфициона. Кем его бомбить? Ух ты, ё-моё. Амфицион, ну что, придется брать мамонта? Блин, ну Гасторниса, у тебя так мало здоровья. Ну чё, а что делать, ребят? Так, мамонта возьмем. И здесь... Блин, тут два песчаника.
Ну, вот придется так делать. И либо убирать гостиницы и делать вот так. Все, погнали. Можно было бы, конечно, по Нокнусам один на один сыграть, но... Не станем рисковать. Давай сделаем все по-человечески, как оно и должно быть. Все должно быть круто. Так, ну что ты там? Ничегошеньки, да, не стал делать. Прикрылся, что ли, там? Нет, он даже не стал прикрываться. Он все решил передать Уинтотерию. Все эти два очка действий. В допку они пошли. Ты насмешил меня, парень. Я тебе, ибо говорю, насмешил. Так, ну что? Археофицион. Все, ребят, я удивлен, что наш Уртинотериум один практически, ребята, справился. Конечно, справился. Четко. Даже я этого не ожидал, что одним животным вот так вот всех сможем разобрать ему. ДНК, доллар, спасибо. Так, и мегистотерий. Плюс, оу, 650 очков доверий. Ну, это же прекрасно. Это, ребята, очень прекрасно. Так, а теперь нам нужно принять 3 ПВПшечки. 3 ПВПшечки, я думаю, мы сможем сделать. Ой, на арене. Да что там такое? Ты все время вроде забираешь, забираешь и не дозабираешь. Так, здесь у нас все четко. А, тут у нас вот, ребята, еще испытай свои силы есть. Только для обычных написано. Ну, господи, давай сделаем. Или у нас Селис, например. Он ходит первым, да, жучара ты навозный. Ну что, я тогда делаю, перевожу все это в бонусы. Не должен пробить. Все, а вот ему крышка, ребят. Он раскололся слишком рано, причем. Не знаю, что его там сподвигло. Но он знатно сейчас схлопотал. Знатно. Так, и, конечно же, переходим дальше на второй этапчик. Блин, а тут 5 этапов. Ёк-макарёк, ну. Ладно, давай попробуем такую же схему прокрутить. Галимим? Нет, галимим это перебор. Давай возьмем пахицефалозавра. Вот с ним, наверное, будет конкретно. Не пропускаем 3 атак, ребята. 2 допустимо, 3 уже все смертельно. Ну, как всегда, ему, ребята, улыбается удача. Он ходит первым. По-моему, здесь он всегда ходит первым. Значит, смотри, беру 2 бонуса. Еще раз повторяю, нельзя. Вот если он сейчас сделает все 3 атаки, то я сдуюсь. Но он этого не стал делать. Я также не знаю, что он там взял. Поэтому берем вот так и вот так. О, 2 защитки, видишь? Получается, он 4. Сейчас он, ну даже если он все сольет, он нас не пробьет. А сливать он не собирается. Раз, два, три. Раз, два. Угу. Он все-таки на 1 балл набирает. Ох, 6, ребят. Ну, уже опасно. Да ладно, он ничего не стал делать. Ну все, короче, ребят, я атакую. Все, крышка ему. Он пропустил 4 атаки. А не каких-то там 3 допустимых. Ну что же, отлично. Двигаемся дальше на 3-й этап. И здесь можно... Вот здесь, ребята, вообще одна ошибка, все, и кранты. Если играть на пастазухе. Вот на килозавре интересно поиграть. 247 хп общего здоровья против 70 атаки. Вот тут будет тут очень интересно посмотреть, что произойдет. Неужели будет бомбить? Нет, не стал. Удивительно. Здесь можно пропустить до 4 атак, ребят. 70-70 это 140 плюс 140. Блин, 4 атаки нельзя, 3 допустимых. То есть 4 это уже смертельно будет. Раз, два, три. Раз, два, три. О, все, браток, тебе кранты. Тут тебе уже ничего не поможет. Он уже это понял. Он уже понял, он прощупал меня, так сказать, да, своим ударом этим. И осознал, что
трындец подкрался незаметно. Все. Нокаутировал, конечно же, тут другого и быть не могло. Так, переходим на четвертый эпизод. У нас сокращаются, естественно, наши динозавры с каждым разом, я думаю, ты это заметил. Можно попробовать сыграть за Зухамима или Преназуха. Давай Зухамима возьмем. Тут, друзья мои, сколько? Третья атака будет смертельной. Ну, здесь сделаем так и вот так. Ты еще он творит. Надо постоянно, ребята, на опережение идти. То есть вот сейчас берем две защиты, три бонуса. Нельзя позволить, чтобы он три атаки чистыми провел. Все, ему кранты. Он раскрылся, трясанул, да, стрессанул точнее. И мы его, естественно, в этом стрессе подбиваем. Так, ну что, и остается последний у нас поединочек. Давай посмотрим, кто нам тут доступен. Да, в принципе, много кто. Ну, я возьму, например, вот диплотатора. Нет, диплотаторов у нас мало. Спинораптора. На спинорапторе то же самое получается, ребят. Три атаки пропускаешь, то есть третья атака, она уже получается смертельная для нас. Поэтому блок, бронь ставим именно под два удара. Меньше нельзя. И та же самая схема. Раз, раз, два. Ты видишь, да? И он тоже делает свою же схему. То есть сейчас нам надо будет еще на одну броньку увеличиться. И таким макаром он рано или поздно, он, ребят, себя выдаст. Тем более он постоянно ставит защиту. Вот здесь, кстати, он может... Но он не стал 5 пробивать. А если бы он 5 атак сделал бы, он бы нас ушатал здесь. Все, тут победа. Тут мы победили. Ну что, друзья, забираем, значит, что у нас там, пак, рулетка, что? Рулетка. Рулетка с ДНК. Ух, я уж хотел было обрадоваться, но... Нет. Не дадут тебе такой радости, понимаешь? Не дадут. Значит, что у нас там, канозойкой... Кто там у нас опять там бегает? Ну, давай попробуем усмирить тебе. Несчастный ты. Все тебе что-то не нравится. Все ему не нравится, ты посмотри. Окей, здесь-то ладно. Блин, пока думал, соображал... Думать надо быстрее, на сообразительность все-таки. Угу, нормально, кстати, идем. Сейчас главное не свалиться, и все будет четко. Последний раунд. Да ё-моё, ну. Ладно, мы его поймали, но не так хорошо, как я хотел бы. Ох, не так хорошо, как я хотел бы. Так, здесь забрали мы. Так, опять тут куда иди разберись. Так, по ежедневкам. Все, пошли, короче, на арену. Арена у нас будет заключаться в виде вот этой вот арены. Погнали, схватка. Не очень, конечно, много динозавров у нас тут осталось. Но что-то да есть. Что-то да есть, друзья. Посмотрим. Блин, надеюсь, хищников у тебя не будет здесь в колоде против меня, потому что к хищникам я не готов. Да ладно, блин. К травоядникам я тоже готов не был. К травоядникам я тоже не был готов, прикинь. Как он здесь, конечно. Ну что поделаешь, придется драться. Хорошо, давай сделаем так. Две защиты взял, ничего себе. Испугался все-таки меня, значит.
Так, не спеша, да, так звезда. Ну, ладно, 922 хп. Вырубаем. Плюс я, наверное, возьму два бонуса. Так, кентрозавр готов. Ну что, Пренозух сделает? Если по 200, если он сейчас 3 атаки сделает, нам, по-моему, кранты будет. Ну давай что-нибудь там ходи, делай. Ну он ничего не стал делать. Это плюс, для меня это плюс, ребят. Раз, два, три, четыре. И вот так. Готов. А этот-то, конечно, нас, колозавр, скорее всего, забомбит. Ну, 5 очков действий, конечно, ему хватит здесь наказать нас. Но дальше накажем мы его. Благо, у нас есть кем наказывать. Причем он сливает практически все свое накопление. Это был его выбор. Погнали, друзья. Погнали. До свидания. Здесь справились. Нам нужно 3 битвы сделать. Я думаю, для 3 битв у нас хватит динозавров. А дальше все, ребят. Я в охотниках. В 10% лучших. Не в 5, ребята, а в 10. Сбросили, значит, получается, меня все-таки скинули. Ну, спасибо хоть за 10 бакинских. Давай дальше двигаться. Нету, ребята, оказывается, у меня того, чего я хочу. У меня 2 летуна осталось, прикинь. Всего лишь 2 летуна. Это очень плохой какой-то расклад. 2 летуна и велоцираптор. Причем велоцираптор — это просто обычный, обычный велоцираптор, друзья. Ну, тут все, все и так предельно ясно мне. Хе-хей, твою налево. Ладно, поменяемся. Легенды, ё-моё. Ну, конечно же, ты будешь меняться. Ну, а как же? Я тоже тогда поменяюсь. Только мне это ничего хорошего не дало. Но я все равно попробую выстоять. Но все-таки ты решил атаковать. Сколько ты у нас бомбишь? 306. Раз, два, три. И вот так. Ах ты, жук, обманул меня. Все на кентрозавра скинуть решил. Блин. То есть 5. А, нет, 4. Ну, тут, конечно, ему хватит, ребят. Пронзить моего топилозавра. Довольный, да, наверное, как удав. Ну что, велоцираптор, выходи. Он все слил, да? Получается, нам нужно сколько? 2 атаки всего сделать. Раз, два. Раз, два. Иди гуляй. Вот он. Акроконтозавр. Ну давай, чем делай, парень. Ты больше выпендриваешься, чем делаешь. Всего одну атаку? Всего одну атаку ты сделал? Так, парень, тебе кранты тогда получается. Да? Я удивлен. Вот тебе, ребята, и велоцираптор. Вот тебе и сосунок. Сделал такого гиганта. Молодец, малыш. Да. Не надо недооценивать, да, свою армию. Своих динозавриков. Ну, конечно, мы с тобой не перейдем в лучшую лигу. Ну, пускай хотя бы будет так. Оп, и 600 ДНК. Спасибочки. Так, ну, нам нужно еще сделать один ПВП-поединок. И это будет у меня, наверное, вот здесь. С модами. Раз, два.
3. Какие моды здесь мы можем поставить? Прочная кожа. Можно было бы, ребята, прочную кожу поставить, но что-нибудь хочется посущественнее такое. Что такое шипы? Когда существо такое-то, оно наносит в ответ 50% урона. О, зайдет, я думаю, нам эта штука. Дальше мы с тобой можем взять. Что такое единство? Блин, 10%. Устрашение аж 23. Надо эти карты... Вот слабость и устрашение, ребят, надо эти карточки сдавать. Их слишком много. Увеличит показатель всех союзных существ на 100. Ну, согласись, это мало. Давай, наверное, возьмем прочную кожу с тобой и... 40% урона. Или токсин. Что такое токсин? Наносит 50% всем противникам в конце хода вылудится. Нормально. Погнали. Попробуем победить. Конечно, тут могут всякие блокировки и все тому подобное. И вообще супер-пуперские моды выпасть. Там, по замене. Ну, пум-пум-пум. Да, такой себе, ребят. Это за что мне такое сделали, я не понял. Он атакует первый, что ли? Ну, ходит первый, да? Так, кто у нас там? Артакантус, да? Давай посмотрим. процентов к защите у нас идет. То есть, если удар будет мощный. О-хо-хо. Меняемся обратно. Кстати, меняемся обратно. Еще, наверное, я сделаю атаку. И врубаем. А, нет, у него уже прочная кожа стоит. Прочная кожа не сработала, как ты видишь. Но... Ну, вот это вот не нравится мне. Вот это вот мне не нравится, ребят. Сейчас пропишет же. Да-да-да, двух атак ему хватит. Ну, дальше Артакантус сходит. Он же как раз, по-моему, классовое преимущество у нас. Да, у нас классовое преимущество, поэтому... Ох, как ему хорошо звездануло. В ответочку. Раз, два, три, поехали. Ух. Гудбай. Так. Леосихтодон, ё-моё. Ох, сейчас как пропишет, ребята, мне. Даже 50% щит мне здесь не поможет. Ну, слушай, должна сработать-то, по идее-то. А вот теперь давай-ка поговорим, сосуночек. Теперь давай-ка потрещим. Поехали, друзья мои. Ать, как тебе, а? Досталось, да? Досталось тебе. Так, ему придется две атаки потратить. Ну что, Артакон, ты готов добивать? Слушай, надеюсь, мы его добьем. Да должны, ребят, должны. Все. Вот и допрыгался кузнечик. Победушка здесь за нами. Красавчик. Просто красавчик. Других слов у меня нет на него. Усиленные элитные подарки. Я тебя умоляю. Если бы хотя бы 1200 было бы, я бы еще поверил, что это усиленные подарки. 125 ДНК. Молодцы. Лучше не придумаешь. Усиленные тоже не нашли. Ладно, давай открывай. 40 долларов. И 260 очков доверия.
Ну, 4000 очков доверий. Тоже, ребят, неплохо, я считаю так. Тут у нас что? Тут у нас все нормально. Раджастига выводится потихоньку. Давай посмотрим, есть у нас кто-то. А мы же этого скафагната, да, получили. Да, мы получили скафагнат, которого можем поставить, в принципе, и выводиться. Я еще офигею, 2 дня, 15 часов он выводится. Как будто это какой-то супер-пупер элитный там, вообще, я не знаю, птерозавр. Так, ну я здесь построечек немножко заказал, чтобы, ребят, как можно быстрее накопить на 54 уровень. Уже не терпится. А, кстати, на 54 уровне что у нас будет? Это где у нас надо смотреть? Здесь? Что-то я не помню. Как глянуть-то? А, подожди, это, по-моему, вот здесь вот. Схватка 54-я, что нам? О, нам будет доступен тираннозавр, и мы его сможем прокачать до 40 уровня. Я думаю, что это неплохо. Ну что, друзья, а на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!